Слова благодарности в адрес педагогов звучат сегодня по всей стране. Россия отмечает День учителя. В Тюмени эти слова не только говорят, но и показывают на городских билбордах. Акцию «Благодарю» организовал медиацентр молодежной политики. В ее рамках тюменцы сказали учителям тысячи добрых слов. Отдельное спасибо адресованы школьным библиотекарям. 25 лучших пожеланий в течение 3 дней будут транслировать на рекламных экранах города. Увидела в социальных сетях, решила поучаствовать, потому что это такая уникальная возможность поздравить своего преподавателя. Я написала о том, что спасибо, что позволяете быть собой своему научному руководителю. И, конечно же, благодарных учеников пожелала, благодарных студентов. За 9 дней акции мы собрали около 300 пожеланий от учеников. Это были ученики не только из Тюмени, но и из Тюменской области, из Ялуторовска, Ишима. Эти благодарности очень важны, важно высказывать педагогу о том, что его труд действительно важен, ценен, и что любой его вклад, он отразится в будущем.